Приветствую. С вами Мэгги Сайт безголовый и это Dead Cells. Давайте узнаем, насколько же... Я могу далеко зайти. И начнем исследовать Черный мост. В старые времена мост связывал тюрьму. Наконец, минутка спокойствия. В старые времена мост связывал тюрьму с деревней. И его использовали только по особым случаям. В старые времена. Босс? По сути, босс? Ведь это босс, верно? О! Фух. Я думал уже... Так, вернуться нельзя. Никак. Если что, я впервые дохожу до такого. И такой вот легкой походочкой. Давайте умрем, что ли. Поиграть. Так, я немножечко... Стоять. А там было достижение, наконец-то стало тихо. Скорее всего, вы впервые дошли до определенного места. Толстякам тут не место. Вы победили привратника.
Ух. А сколько там у меня оставалось? Половина. Зуб стоимостью 100 монет. Он сам напросился. Малахит встречается часто, но за него вполне можно выручить столько-то монет. Огниво. Щелкунчик 5-го левела. Давайте. Работаем лучше. Аметист. Это симпатичный камушек, можно продать за 500 монет. Моя прелесть. Ну, еще он похож на рупий. О, ледяная граната. Так, я не почитал. Наносит мало урона. Угу. Замораживает жертв. Естественно. Замедление после оттаивания. Угу. Угу. Два даже. Угу. Угу. Неизвестный артефакт. Как же там джутсу призыва? Уже не помню. Давно не смотрел Наруто. Кчёса на дзюцу. И кчёсы. Естественно, произношение. Так, давайте, собственно говоря, руна испытаний. Это вечная руна. Открывает доступ к ежедневным испытаниям в тюремных камерах. Так, а это интересно. О. Ну, спасибо. Так. Так, никак по-другому. Давайте же пойдем дальше. Угу. Поход к деревне на сваях дымучему храму. На сваях и дымучего храма. Коллекционер окажет вам неоценимую помощь. А. Ага. Ага. Ну чё, прикольно. Так, нужно запомнить. Так, стоп. Чё? Ты кто? Привет, мелочь. Ты добрался сюда живым? Ну, живым. Ты знаешь, о чем я. Я кузнец.
Работаю вместе с соседом, коллекционер. Ставьте лайк, если знаете, в отличие от меня, знает, что он будет здесь. И для вас это не было неожиданностью. Ну, и наоборот. В обмен на клетки я могу улучшать твое снаряжение. Приносите клетки, и шанс выпадения качественных предметов вырастет навсегда. Прикольно. Так, ну и найденных предметов будут качество плюс. Окей. Все равно. Скорее всего. Стоп. Блин. Кто тут у нас? Блин. Надо было всего лишь два. Потому что... Я чё-то слишком... Ага. Больше мутаций нет. Так. Чё там внизу? А. Дремлющий храм? Прикольно. А, мне кажется, и у него, ну, его голова более зеленой стала. Деревня на сваях. Ну, тут, наверное, не имеет смысла искать. Секретки и все такое прочее. Расколотые святилища? Так. Так. Это вниз. Так. А. Прикольно. Шарф. Так. А это вверх. Давайте в деревню на сваях. Пойдем. Но... Хотя... Давайте же начнем исследовать деревню на сваях. Ну, конечно, там выглядит интереснее, но... Эта деревня первой столкнулась с эпидемией хвои. Сначала они хранили своих мертвецов, но вскоре с мертвецами пришлось сражаться. Иронично, не правда? Одно у нас желание — рыбёшку изловить. Угу. Почему у меня такое столько... А!
через стену не катит. Ну, я уже получил урон. И причем очень сильно получил урон. Что это было? Да, это явно локации не для меня. Для того, кто уж очень любит думать. Так, стоп. Заберем. Что это было? Интересно, почему он как ниндзя? Бежит, бегает. Так. Может быть, сначала... Блин, не на то нажал. Бежим. Пьем. Берем. Ну. Ух.
Бэйн. Я хотел... Давайте возьмем тактику. Сокровище какое-то. Так. Давайте зайдем сначала сюда. Денежки я и убил. Как и торговец. Ага. Давайте. Секретный чертеж. Костюм латоносца. Ну чё, прикольно. Так. Разрыватель связок. Ага. Нужно будет накопить на вот это. Потому что... А затем вот это, если будет возможность. Нет, серьезно, как будто техника призыва. Так, тут тоже торговец. Секретки. Да. Повар? За 20 000? Ну... В принципе, 2000. Ну а чё, неплохо. И тут я только сейчас заметил, что торговец, что вот повар, что... Похоже, кузнец, он, возможно, один и тот же человек. Кебаб? Стоп. Откуда? Стоп. Откуда тут кебаб? Странно. Ну ладно. Сокровища. Давайте к сокровищам перейдем. Ну, бьем парочку зомби. Да уж, я, похоже, тот еще. Ничего себе! Не сегодня. Вы обманули смерть. Ну, по крайней мере... У меня есть еще одна попытка.
А чё не восстанавливается здоровье? А, и слишком мало восстанавливается по удае. Так. Не. Я продолжаю получать урон. Ничего не забыл. Секреток нет. Ну, я как и думал, что... Возможно, это последний этаж, на который я способен. Так, стоп. А вот это... А! Это же лав... Что-то вроде бомб. Блин, как некультурно получилось. Так. Мне определенно нужно восполнить здоровье. Так. Угу. Похоже, что мне придется накопить на... Стоп. Какой-то там ключик. Цепкая плеть. В кому-нибудь попаду, интересно. Так. Ну, и прежде чем мы займемся ерундой, почему бы... Что это? Не-не-не-не. Секретки. Прикольно. Прикольно. Thank you.
ключ от деревни. Возможно, это что-то сюжетное. Нет. Так, стоять. А, наверное, просто не было. Давайте займемся ерундой. Такой какой. А. Стоп, что? Серьезно? То есть не было открыто? Ну, ладно. Не, вроде бы отсюда ближе. Нифига себе. Ничего себе. Ладно. А я уже кровью истекаю. Так, стоп. Нет, не кровь. Это кетчуп. Это кетчуп. Это... Так. Да уж. Ну а чё? Так, стоять. Нет, 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 нет. Я больше не дам. Если что, почему я... Я не пользуюсь, потому что они хоть и станется, тактика. Они хоть и станется, пытались.
но могут атаковать, если что. О! Ну-ка. А по идее он намного лучше. Ну, по крайней мере, да и меня намного лучше. Разрывайте связок. Стоят вращающиеся резвие в находящейся поблизости врагов. Вызывай кровопичи. Очень хорошая ловушка. Так. Стоп, что? Это типа проход к выходу? На всякий случай не буду. Пока что. Потому что мне интересно. Что там дальше? Так. Лично мне интересно. Я думаю... Давайте посмотрим, нет ли наверху еще денежек. Ага. Ага. Ну да, ну да. Ух. Смотрите-ка. Я взобрался. Так, куда бы мне прыгнуть? Да давайте сначала прыгнем. Ну а чё, прикольно. Так. Что это за фигня? Так. Ну и естественно, сначала давайте. Ух ты, ё! Ты меня испугала. Морковка, ты меня испугала. Что-то мне всыкно стало. Еще одна статуя Кая вместе со Страшником. И очень большая. Даже слишком большая, нет? Я вот смотрю, не... Стражник не похож на нашего? Вроде бы нет. Скорее похож... Мы похожи на Каэ. Так. Ага. Вот. Я знал, что... Туда нужно. Туда вот сейчас. Вот в эту дверь нужно. Так. Ну, мы почти около конца. Так. Секундочку. Так что давайте продолжим изучать.
сначала достанем ключик. Неприятно получилось. Ну ладно. Так, секретки. Секреток нет. Ладно. Точно ничего нет. Похоже, что точно ничего нет. Так. Часовая башня будет следующей. Я так понимаю, только сверху можно. Так. Давайте посмотрим, что это вот за это. Ладно. Я вот думаю. Ага. Обламинго. И такой смайк, как будто ха-ха. Так. Точно. Все исследовал. Вроде бы все исследовал. Ничего вроде бы не забыл. И даже выжил. И
Даже не нужно покупать еду. Не ударить в колокол, так что. Эх. Точно ничего не забыл. Так что редкий и ценный материал. Практически стоит того, чтобы за них умереть. Ок. Ха. Прикольно. Так. Интересно. Но вы понимаете. Одного не хватает. А так бы я улучшил. Эх. Явно зря я то же самое. Эй, ты! Я работаю на кузнеца. Могу починить снаряжение подешевле. На самом деле, меня здесь быть не должно. Пусть это останется между нами, ладно? Ну, так, ну давай, сколько у тебя есть? Угу. Интересненько. Вот думаю, улучшать ей лук. Ну, знаете, давайте-ка. А, только один раз. Это определенно того стоило. Сложно представить, как таким инструментом можно перековать гранату и лук. Халтура, а не геймдизайн. Мусор, обломки всякого оружия и брони. Эй, некоторые из них выглядят знакомыми. Всякая всячина. Как он умудрился все это тащить? Ха, он еще. И ничего нельзя добавить. Но можно переделать.
Не. Не хочу терять комбо. Именно сейчас. А хотя... Серьезно. Да? Нужно было на прошлом уровне. Ну, а затем комбо и... Расплату потом. О! Можно, оказывается. А, смысл? То есть... Я зря потратил... Ну ладно. Да уж. Ну что ж. На этом серия заканчивается. Ссылки на плейлисты будут в описании. Подписывайтесь и ставьте лайки, если вам также нравится эта игра, как и мне. Всем пока!